прадедушка Башуков Константин Алексеевич погиб, был призван на фронт в 41 году, погиб под Ленинградом, пропал без вести в 43 году. Дядя Важуков Иван Константинович погиб, был призван на фронт, ушел добровольцем в 42 году и погиб в 43-м. Над Ленинградом похоронен в братской могиле села Истомино Ленинградской области. Прадедушка Тилий Федотович Собянин погиб, ушел с войны, был призван дважды, дожил до старости, пришел пешком в 46 году через Уральские горы. Так, еще прадедушка Своров Алексей Иванович, призван в 41 году, прошел всю войну, вернулся домой в 45-м.